Первые мартовские нарциссы у нас садовые распустились. Не дикие, а садовые. Такое огромное соцветие. Солнышко в белых лепестках. И вот еще два на подходе. Раз, два. Пока больше не видно. Лапочки такие. Солнышки нарядные. Остальные еще тормозят немножко с морозами. А эти уже красавчики. Ну, примула меня в этом году настолько радует. От курочек приходится прятать. Ну, скажите же, чудо чудное. Яркий, вообще солнечный, красивый. Но вот эти нежные, разве не здоровские? Лесные, мелкие. Офигенные. Вот, нарциссы еще спят из-за морозов. А примула просто цветет и пахнет. У нас сказочное место образовалось. Елочка, агава и цветы.